Всем привет, друзья! Всем привет, подписчики! Сегодня будем ставить березовый сок. Для этого нам понадобится две банки стеклянных, можно не стеклянных, можно пластиковую тару, шуруповерт со сверлом диаметром 8 миллиметров и вот такие вот оранжевые трубки. Это шланчик от компрессорного шланга. Значит, сейчас будем сверлить отверстие в березе, втыкать туда трубку, и по ней будет капать сок в наши банки. Вот такие вот березки растут у меня недалеко от дома. Прошли мы буквально там метров 100. Сейчас будем смотреть, есть ли на них нет сок. Вот видите, снег уже практически весь растаял. Сейчас мы подойдем к первой березке и попробуем засверлить на этой березке сок. Ну так, смотрим, что получится. Так, баночку мы будем, значит, ставить вот сюда. Да, под нее потом придумаем какую-нибудь приблуду, чтобы у нас вот сюда вот засверлится трубка, и чтобы по трубке тек сок, чтобы меньше вред наносить дереву. Значит, ребят, просверлили отверстие. Немножечко его расшевелили. Сейчас будем смотреть. Пока сока не видно. Ну, пока у нас здесь сока не видно, мы сейчас подойдем ко второй березе и тоже просверлим возле второй березы отверстие. Бери банку. Вот у нас вторая березка. Вторую березку мы будем вот здесь вот сейчас. Баночку я установлю. Где трубка? Единственное, нужно будет, наверное, спрятать банки, чтобы банки не украли. Но у нас есть у людей такая вот, можно сказать, фишка — воровать чужие банки. Ну, это значит, вот сюда просверлим. Сейчас просверлим здесь. Все, ребят, просверлили. Смотрим. Вот здесь сок уже сразу появился. Я не знаю, передает камера или нет. Да, вот камера передает. Прям хорошо так капает сок. Сейчас втыкаем вот сюда трубочку. Вот она тут отлично вот так втыкается. И ждем, когда из нее будет капать сок. Вот, с трубочки уже начали первые капельки сока появляться. Ну, мимо трубки, конечно, тоже текет. Поэтому трубку можно немного поглубже воткнуть. Вот, видите, все, сок закапал. Ставим сюда нашу баночку. И вечером будем уже проверять, сколько у нас наберется сока. Так, идем ко второй березке. Ну, вторая березка у нас пока что без сока, поэтому я думаю, что мы пока ее оставим. И так как там береза двойная, мы поставим там две банки. Здесь, ребята, у нас вот такая вот береза. Вот с одной стороны я поставил, сейчас поставлю вот еще вот с этой стороны. Здесь тоже можно поставить сок. Ну, я думаю, что баночку мы установим вот сюда. Ну и как раз будет замечательно. В общем, просверлил. Здесь прям сок хорошо потек, прям чуть ли не ручьем. Сейчас тоже вставляю трубку. Вот трубочка уже вставлена. Ленечка, ее поправлю. И сейчас с этой трубки тоже будет течь наш березовый сок. Натуральный продукт, чисто экологический. Вот, значит, уже капает сок, капает хорошо. Сок прозрачный, как слеза. Ну, я думаю, что к вечеру должно набраться полная банка здесь, полная банка там. И еще я поставил две банки
прям у себя в огороде, у меня две березы растут, там сок течет немного побыстрее. Вечером ждите отчет по соку. Покажу, сколько набрал. И покажу, какой сам по себе сок. Значит, ребята, время 16:30. Идем смотреть сок. Что у нас здесь накапало. Так, вот подходим к нашим березкам. И смотрим. Вот у нас здесь накапало. Ну, примерно 1/2 3-литровой банки. Вот он какой прозрачный. Вот. Сейчас я его попробую. Очень вкусный, ребята. Ладно, ставим баночку обратно. Смотрим вторую. Ну, вторая у нас все печально со второй. Тут очень плохо текет. Ну и налилось. Даже пол-литра не натекло. Также я еще поставил еще две банки в огороде. Сейчас посмотрим третью березу, которую мы сверлили, но на которой не было сока. Да, ребят, сок здесь так и не появился. Вот видно. Сока здесь нет. В общем, идем смотреть третью и четвертую банку. Там сок тек побыстрее. Я думаю, что там уже должно быть ближе к полным банкам. Вот, ребята, третья, четвертая банка находится вот на этих двух березах. Сейчас мы подойдем к дальней березе, посмотрим. Отсюда банку уже видно. Там примерно полбанки уже. Да, ребята, здесь вот больше половины банки. Ну, где-то примерно 1-2 литра. Здесь сок капает довольно-таки быстро. Я думаю, что через пару часов банка будет полная. Можно будет ее снять и перелить. Сейчас подойдем, посмотрим следующую банку. У нас еще лежит снег, еще до конца не растаял. Может быть, и даже из-за этого довольно так плохо текет сок. Но здесь тоже очень мало натекло. Вот. Не знаю, видно, не видно. Ну, хотя видно. Ну, здесь примерно 0,5 литра еще всего накапало. Капает очень медленно. Ну, по идее, еще рано собирать. Ну, сок уже есть. Как бы начали его собирать. Так что, ребята, если понравилось данное видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, кто не подписан. И нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Александр, Реальные самоделки. Всем пока!